Поздравляем, если вам хорошего, до свидания, Борис, приходите к нам еще. Я почувствовал, будто бы это море долг. Смотрите, пусть родите что-то. Когда я увидела первый раз Тимошу, и счастлива была, и радость была, большая такая нежность. После выписки я написала и Артуру о рождении сына. Я понимаю, что ему 15 лет и глубоко пофиг, у меня ребенок, но все-таки он биологический отец. Я надеялась, что Артур ответит, а он даже не прочитал мое сообщение. Тогда я приступила через свою гордость и написала его маме, но она ответила, что мой ребенок не ее забота. А, простите. Понятное дело, что после роддома я вернулась домой к маме. Тут я чувствую себя намного спокойнее. Бессонные ночи. Кушать хочет, плакать хочет. Колики начались. Так это я. И по неделе две Тимоши в основном занималась мамой и Женей. Он даже ночевать у нас оставался, а я поначалу боялась сына. Страшно было что-то сделать не так, увидеть. К тому же молоко у меня быстро пропало, и кормить мелко...